идет подъем воды. Примерно каждые сутки прибывает по 10-12 сантиметров воды. Между тем, на 20% увеличены спросы воды на Бурейской ГЭС. В расположенные поблизости село Овсянка и город Зея их доставили вертолеты МЧС. Вам по-хорошему уже новый дом нужен. Да где такие деньги взять, чтобы дом купить? Мы живем с дочкой вдвоем. Сейчас возьмем вас на буксир. Полностью заложили, сделали проезд по мостам, предотвратили дальнейшие разрушения. Я вот загрузил в эту лодку, я все это туда, на сушу, на мост, на трассу, я все на этой лодке транспортировал. Все, что можно было. А это просто сделано из спинки стула. Дай Бог, чтоб ничего не случилось. Вы прямо как молодожены смотритесь, как голубки. Самое главное – это жизнь. Уменьшается тема любви, исчезает настоящая любовь в наше время. Идите в гости в